В Иванове стартовал открытый кубок города по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Участие в нем приняли более 200 спортсменок, от начинающих малышек до уже состоявшихся взрослых гимнасток. В каждой возрастной группе у нас принимают участие порядка 4 команд. То есть во всех возрастных группах пьедестал будет занят. Гимнастика, она делает свое дело у нас в городе, она очень хорошо развивается, тем более благодаря тому, что у нас есть такой спортивный зал хороший. Это только кажется, что вместе все делать проще. В гимнастике в точности наоборот. В групповых упражнениях спортсменки должны двигаться как отлаженный механизм. Ошибка одной дорого обойдется всей команде. Бывали, волновались, потери были с предметом. Но потом все получалось дальше. Когда я слушаю тренера, у меня все получается, становится легко. Помимо командной работы гимнасток, оценивается и работа их тренеров. Правильно ли поставлена композиция, ну и, конечно же, важна музыка, подобранная для выступления. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.